Я как человек, рожденный в СССР, могу сказать, что лучше хорошая пропаганда, опять же таки, которая... Вот у меня, например, мое детство, у меня не было ассоциации с коммунизмом, у меня были пионерские лагеря, в которых было все по-хорошему систематизировано для детей. Были моменты, связанные с тем, что я понимал, что нужно вырасти, нужно что-то делать, нужно читать книги, надо... там, помогать старшим, уважать старших, опять же таки, родителей, быть хорошим другом, быть там надежным человеком. Вот эти все догмы, опять же, повторюсь, мне кажется, если это называть пропагандой, то я за такую пропаганду. Страна, в которой нет патриотизма, она находится в состоянии недееспособным. Вот. И в той же Америке, могу сказать, что патриотизм зашкаливает. Вот. И почему, если у нас когда-то это было по-хорошему, поддерживалось информационно, и сегодня вдруг, когда, опять же повторюсь, что стали, слава богу, уделять этому огромное количество внимания, почему это вызывает какие-то нарекания со стороны, что это превратилось в пропаганду? Да нет. Мы должны любить свою родину, и нам должны об этом периодически напоминать. Все.